Открытый чемпионат Харьковской области по кикбоксингу ВКА собрал более 100 участников из 10 городских и областных клубов, а также Полтавы и Старобельска. Победители и призеры определялись в 5 разделах и 4 возрастных категориях. Самыми многочисленными получились детские и юношеские категории. Очень такие красочные бои. Приятно, когда детки участвуют в соревнованиях. И это радует в первую очередь нас, как руководителей, как членов федерации и как спонсоров. Те силы, тот вклад, который мы делаем в развитие спорта в городе Харькове и, конечно же, в Украине, то, что наши труды, они не зря. Региональные соревнования прошли с ощутимым преимуществом харьковских спортсменов. Евгений Мирошник, Артур Лещенко, Муслим Мамедов, Владислав Ауксентенко и Алина Зайченко стали двукратными чемпионами в разделах фулл-контакт и лоу-кик. Среди тех, кто выиграл по одному трофею, особо отличились Арслан Исаев, Денис Майстренко, Евгения Панченко, Савелий Мамаев и Валерий Галкин, который первенствовал в элитной категории в фулл-контакте весе до 81 килограмма. В финале воспитанник спортивного клуба «Аграрному» университета одержал досрочную победу во втором раунде. В основном я слушаю тренера. Когда он крикнул, что пора добивать, значит, он увидел в его глазах, что он ослаб. Вот в это время я его начал наносить большое количество ударов. Победители областного турнира отобрались на чемпионат Украины, который пройдет в Харькове в конце апреля. Я думаю, что к чемпионату Украины мы подготовимся, более дружным коллективом выступим, чтобы мы Харьков, в очередной раз прославили и подготовили хороший турнир. Командный зачет открытого чемпионата области впервые выиграли кикбоксеры Центра профессионально-технического образования номер 4. Второе и третье места заняли Аграрный университет и спортивный клуб «Металлист».